Опять в своем инстаграме сидишь. Сколько можно? Ну, посмотри, посмотри, какие фотографии красивые. Ой, а раньше взял, сфотографировал. О, вот это настоящие фотографии. Напечатал. Ага, размером 9 на 12. На моем столике маленький спаленький, среди игрушек, духов и помад. Есть фотография юного странника, смотрит мне в душу улыбчивый гад. Фотография 9 на 12 с наивной подписью на память. Фотография, где мог ты улыбаться, хотя улыбкой вряд ли что исправить. Ты изменился не в лучшую сторону. Может быть, я виновата сама, что в небесах вместо ласточек вороны, что за окном вместо лета зима. Фотография 9 на 12 с наивной подписью на память. Фотография, где мог ты улыбаться, хотя улыбкой вряд ли что исправить.